Когда мы говорим о моде, сразу на ум приходит Париж, Милан, модные столицы, законодательницы модных тенденций. Однако, когда люди видят, как на самом деле одеваются француженки, в этом видео мы поговорим больше о французской моде, то очень удивляются, так как одежда достаточно серая, скучная, скромная. И где же вся эта высокая мода? Не стоит забывать, что высокая мода – это как искусство, которое определяет тенденции в модной индустрии. Такую одежду в повседневной жизни никто не носит. Это все равно, что музейный экспонат на себя нацепить. А вот прет-а-порте уже ближе к жизни. Французская мода изысканная, поэтому нужно время и тонкое восприятие, чтобы ее понять. Когда мы впервые посещаем Францию, то удивляемся французской манере одеваться. Ведь у нас часто думают, что чем больше штучек, блесточек, цветочков и оголенных частей тела, тем лучше, забывая, что есть такое понятие, как вульгарность. Конечно, на французских улицах, как и в любой другой стране, можно увидеть все, что угодно. Тем не менее, если внимательно присмотреться, можно заметить те маленькие тонкости, из которых и складываются индивидуальность и стиль француженок. Какая же она, парижская уличная мода? Одно из ее отличительных качеств – это изысканная небрежность. Француженка одевается так, чтобы никто не заметил, что она очень-очень старалась. Истинно французский стиль не подразумевает рабского следования моде. Француженки прекрасно разбираются в модных тенденциях и марках одежды, но одеться только в сами эти марки – это дурной тон. Огромным успехом пользуются у француженок магазины, торгующие вещами из старых коллекций дизайнеров. И не только потому, что француженки не любят переплачивать за одежду, а прежде всего потому, что там можно найти отличную, качественную вещь, которой больше нет ни у кого. А вот на сумках и обуви француженки не будут экономить никогда. В этой стране считается, что по-настоящему удобными могут быть только дорогие туфли хорошего качества. Французские женщины умеют подбирать детали и не пренебрегают ими. На них часто можно увидеть интересные аксессуары, оригинальный шарфик, красиво наброшенный палантин. Француженки берегут свою индивидуальность, поэтому выглядят очень естественно и органично. Для них в одежде важны комфортность и уместность. Все должно быть просто и удобно. Многие замечают, что на улицах Франции преимущественно темная гамма в одежде, хотя в магазинах очень много веселых и разноцветных вещей. Бытует мнение, что с современных французских улиц стал исчезать тот самый неуловимый шарм. Все заменяет простота и удобство, а настоящая французская элегантность присуща исключительно женщинам за 40. Когда идут две француженки, мама и дочка, то мама часто выглядит лучше дочки. Конечно, все зависит от города, а в городе и от района, в котором живут люди, от рода их занятий, места работы. Например, в парижском метро на первой линии, там как раз многие едут в офисы, в утренние часы можно увидеть очень много элегантных парижанок, в том числе и молодых. К сожалению, некоторые тенденции к упрощению в манере одеваться существуют сейчас и в Европе, и в Америке, так что не коснуться Франции подобное веяние не могли. Все чаще на улицах преобладают джинсы, брюки, майки, и летом на ногах у большинства шлепанцы или сандали на плоской подошве. Высокие каблуки француженки не жалуют. Женщина на высоченных шпильках среди бела дня на французских булыжных мостовых вызывает некоторое недоумение. Увы, часто это бывают наши соотечественницы. Элегантно одетая мадам в офисе предпочитает обувь на низком или среднем каблуке. Юбка может быть чуть выше или чуть ниже колена, разумеется, с чулками. Или длинная до середины икры. И никаких мини-юбок и вообще ничего вызывающего. В коротеньких юбочках и платьицах ходят в основном молодые девушки. Если на улице вы увидите девушку или женщину в явном мини или в шортах до выше уже некуда, то, скорее всего, мадам – это туристка из Восточной Европы. Другие так не оденутся. Прозрачное тоже воспринимается без восторга. Вообще, самое недопустимое сочетание для француженок, столь любимое многим нашим соотечественницам, это каблуки-шпильки в сочетании с мини-юбкой и декольте. Если уж что-нибудь открывать, то что-то одно, либо ноги, либо грудь. Вообще во Франции не принято рядиться и показывать свою финансовую самостоятельность. Женщины и девушки из высшего круга одеваются на первый взгляд очень в простые вещи, хотя на самом деле они очень качественные и недешевые. А среди молодежи кичиться деньгами и модными лейблами совсем недопустимо. Француженки умеют одеться к месту, причем просто, комфортно, но при этом остаться элегантными. Удивительно, как утонченно они смотрятся летом в хлопковых брюках светлых
тонов, неброских блузках и отлично подобранной бижутерии. Теперь и в театр, и в оперу, и в гости здесь чаще всего идут одетыми повседневно. В ресторан, причем не самый дешевый, тоже спокойно можно прийти в джинсах и маечке или в какой-то очень недорогой одежде, и никто не будет бросать на вас презрительных взглядах. Вот куда одеваются по-праздничному, так это свадьбы. Еще француженки умеют мастерски поддерживать красоту. По статистике, французские женщины больше всех остальных европеек тратят свои средства на уход за лицом и телом. Ухаживать за собой не значит краситься так, чтобы всем было видно. Просто нужно выглядеть как можно более натурально, а за этим натурально стоят большие усилия. На лице минимум косметики. Подобрана она должна быть очень умело, тон в тон, чтобы хорошо выровнять кожу и придать ей красивый оттенок. Это и есть знаменитый французский макияж, который должен присутствовать, но быть незаметным. Волосы практически у всех подкрашены, чтобы улучшить свой натуральный цвет. Краска для волос, как и косметика, используется тон в тон. Это делает волосы более ухоженными, здоровыми, блестящими, а искусственность при этом не бросается в глаза. С длинными волосами во Франции ходят редко. В большей степени девушки и женщины предпочитают длину волос чуть ниже плеч. И ногти предпочитают короткие или средней длины, хотя можно увидеть и длинные, и даже нарощенные. Но во Франции, как и во всей Европе, длинные ногти – это дурной тон. Загляните в известные модные журналы. Все самые изысканные женщины мира с недлинными, хорошо обработанными ногтями, покрытыми бесцветным лаком. А уж nail art – это полное отсутствие вкуса. Наконец-то последняя, но очень важная деталь в образе француженки – это духи. Они не просто душатся ими, они их носят, сочетаясь с цветом и стилем одежды, настроением и даже временем года. Итак, теперь 10 правил того, как выглядеть как настоящая француженка. Поехали! Вы можете потратить $1000 на несколько качественных вещей, но все это будет сделано впустую, если вы не ухаживаете за собой. Речь идет не о нескольких слоях макияжа, и снова база наше все. Так что просто регулярно делайте себе стрижку, маникюр, форму по бровям. Найдите средства по уходу за кожей, что подходит именно вам, и используйте их ежедневно. Все это несложно, но если следовать этим правилам, то ваш внешний вид очень изменится, особенно в сочетании с правильным питанием. Вообще во Франции существует культура еды. Именно поэтому в стране, где большими объемами пекутся багеты, круассаны, французы все равно остаются с хорошей фигурой. Тут у француженок много разных правил, и, честно говоря, базы в нижнем белье у них не существует. Надевая красивое нижнее белье, они чувствуют себя утонченно и сексуально весь день, независимо от того, что надето сверху. Они любят покупать много белья, но опять же на первом месте качество и подходящие по фигуре модели. Француженка никогда не оденет огромные пижамные штаны, которые некоторые американки надевают даже для похода в супермаркет. Они предпочтут роскошные хлопковые или сатиновые пижамы и никогда не выйдут из них из дома. Никогда. Если вы серьезно настроены стать модной по-французски, то возьмите себе за правило: чем меньше, тем лучше. Вместо того, чтобы покупать 15 пар джинсов, попробуйте обойтись парочкой, которые легко сочетаются с разным верхом. То же самое относится и к туфлям, майкам, свитерам и даже аксессуарам, включая сумки. Да, знаю, большинство из вас каждое утро сталкивается с проблемой нечего надеть, но это происходит от того, что у нас гардероб очень захламлен, и мы не знаем, как все это между собой сочетать. Чем меньше вещей у нас в гардеробе будет, тем больше интересных образов мы сможем с этими вещами составить. Не знаю, получится это или нет, но знаю, что дома у французов маленькие, особенно в Париже. У большинства женщин немного места для хранения одежды, а гардеробная – это вообще большая редкость. Исходя из того, что у француженок не всегда есть гардеробная, а квартиры маленькие, но девушкам очень хочется выглядеть красиво, элегантно, каждый выход в свет, они научились покупать вещи, которые сочетаются между собой, собирать базу. Француженки такие же простые девушки, как и во всем мире, они тоже хотят покупать себе новые вещи, однако никогда не купят блузу, под которую придется искать новые брюки и туфли. При покупке новой вещи они знают точно, что им нужно, и отталкиваются от тех вещей, которые у них уже есть, тем самым пополняют свой базовый гардероб обновкой. О том, как не нужно покупать ненужные вещи, я рассказывала в видео о правильном шопинге. Ссылку на видео оставлю в описании. Безусловно, лиловый пиджак смотрится эффектно, но через пару месяцев он выйдет из моды и
наскучит вам. Лучше присмотритесь к нейтральным оттенкам, которые можно будет разбивать цветными вещами. Нейтральные оттенки – это черный, белый, коричневый и темно-синий. С этими цветами можно создать бесчисленное множество образов, ведь к ним подойдет абсолютно любая вещь. Если захочется освежить образ, то можно добавить яркий шарф, но даже макияж может сыграть важную роль в формировании образа. Сочные красные губы, красный лак для ногтей – выигрышная комбинация. Если вы считаете, что нейтральные оттенки скучны, то подумайте еще раз. Нет ничего лучше свежего белого наряда весной или летом, или черного коричневого образа для холодных сезонов. Более подробно о белом цвете в одежде я рассказывала в этом видео. Ссылку на него я также оставлю в описании. Вам понадобится пара аксессуаров для завершения образа, но никак не все содержимое шкатулки с бижутерией. Так поступают и француженки. К своим базовым вещам в нейтральных тонах они добавляют минимум аксессуаров. Они скорее наденут кожаный ремень, шелковый шарф и красивый браслет, но никак не браслет, ожерелье, серьги и кучу колец. Они понимают, что для того, чтобы выглядеть утонченно и модно, не нужно много. Нужен самый минимум. Как говорила Коко Шанель, перед выходом из дома посмотритесь в зеркало и снимите одну вещь. И мы не станем спорить с королевой высокой моды. Даже если вы будете следовать всем предыдущим советам, они не будут работать, если вещь на вас плохо сидит. Девушки и женщины всех возрастов, пожалуйста, носите вещи, которые вам впору. Джинсы на размер меньше с трудом застегнутся, а вещь на размер больше сделает вас неряшливой. Всем знакома ситуация, когда очень понравилась вещь, а нужный размер уже распродан. Преисполненная надеждой, мы начинаем мерить меньше или больше размер, и вещь в итоге плохо сидит, а вы все равно ее покупаете, потому что влюбились в дизайн. Никогда больше так не делайте, покупайте лишь одежду своего размера. Если одежда не подчеркивает ваши достоинства, не покупайте ее. Чтобы выглядеть утонченно и стильно, важно носить лишь те вещи, что украшают фигуру. Даже если кому-то идут зауженные джинсы, вы можете гораздо выигрышнее выглядеть в расклешенном. Вам нужно скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Так что отыщите такие вещи, которые прекрасно смотрятся на вас. Это залог роскошного внешнего вида каждый день. Возможно, вы обнаружите, что вам очень идут свободные юбки, а в шкафу уже пылится 5 пар юбок-карандаш. Несмотря на то, что мы должны покупать лишь те вещи, которые на нас хорошо сидят, конституция нашего тела может быть такова, что на некоторых местах любая вещь будет сидеть плохо. Возможно, у вас короткие руки, маленькая грудь или длинные ноги, и отчего одежда смотрится небрежно. Если уж вы покупаете вещь хорошего качества, очень важно потратиться и на портного, который сделает так, чтобы вещь идеально сидела. Скинули пару килограмм и плаваете в любимом маленьком черном платье, не нужно покупать новое, просто попросите портного подогнать его под новый размер. Забота о гардеробе крайне важна, если вы хотите, чтобы вещи служили вам долго. Одежду нужно хранить в темном, прохладном месте и стирать только теми порошками, которые не повредят ткань. Качественные вещи часто сделаны из деликатных тканей, кашемир, шелк, и их обязательно нужно стирать вручную. Это может показаться сложным, но такую одежду нужно стирать реже, чтобы не повредить деликатную ткань. Если вы не сталкивались с такими материалами, то поищите в интернете полезные советы по стирке или попросите продавца-консультанта проконсультировать вас. Забота о гардеробе подразумевает не только заботу об одежде, но еще и об обуви, в которой время от времени нужно менять набойки, защищать с помощью специальных средств. То же самое касается и сумок. На этом видео подходит к концу, и я очень надеюсь, что вам оно окажется полезным. Лично мое мнение, мне очень импонирует стиль француженок. Я уже давно придерживаюсь подобных взглядов в гардеробе, и мне искренне нравится натуральность. Одно дело, когда девушка красивая в ярком образе с супер качественным макияжем, а сняв с себя все это, она совершенно другая. Мне кажется, самая главная фишка француженок — это быть собой, а этого достичь помогает уход за собой и любовь к себе. Любите себя и будьте самыми невероятными. А я с вами прощаюсь, пока-пока. А этого достичь помахает.